меня вопрос самый главный. Что делать туристу, человеку, приехавшему сюда на Байкал, куда ему пойти, куда ему лучше поехать, чтобы увидеть Байкал получше, узнать о нем получше, узнать вообще о Байкале все. Ну вот, как Ира правильно сказала, это, где мы сейчас находимся, да, поселок Христианка, это предбанник Байкала. Это здесь можно что посмотреть? Здесь можно покушать рыбу, можно прокатиться на корабликах, можно... Что можно еще здесь делать? Попить пиво можно. Попить пиво можно. На гору подняться. Да, вот сегодня мы катались на подъемнике, залезли на самую верхотурину, оттуда, значит, проводили солнце, потом, значит, Валентин завтра поедет с утра встречать солнце обязательно на другую гору. Да, я сегодня ночью еще поеду, подберу место, оставлю, ну, припаркуешь там, ну и уже буду ждать, ловить, да. Где оно встанет. В основном это место, куда Листвянка туда возит иностранцев, так скажем. Угу. Не скажу, что оно прям такое благородное и, как сказать, сделано для... Ну, в общем-то, человек здесь, в принципе, да, найдет все, что ему надо. Угу. Но Байкала, как такового, он здесь не видит. Вот можно даже сейчас посмотреть. Да, красиво, да, эпично, мощно. Но вот Байкал надо смотреть немножко в другом месте. Это там гора, Байкал там виднее. А вот в ту сторону уже Ангара, да? Это да, это уже Ангара. Где-то есть шаман камень, кстати. Шаман камень — это... Что такое шаман камень? Это значит людей, неверных жен, многие жены неверных мужей тащили на шаман камень. И если не доплывут... Я правильно, Ира, рассказываю, да? Ну, было бы очень странно, если бы Саша рассказывал о чем-то, кроме неверных жен. Если они доплывут с этого камня, значит, до берега, значит, ее неверность не доказана, или его неверность не доказана. Ну, то есть я отсылал вообще всех туда. А там далеко до этого камня? А его надо посмотреть. Его, кстати, здесь его даже можно увидеть, наверное. Шаман камень, он такой... Вообще, он настолько сейчас уже маленький. Вот это вот не он, вон там. Ира, это вот не он там? Нет, вы что-то не смотрите, он, по-моему, там дальше. Он туда, подальше, да, шаман камень. Ну, в общем-то, на самом деле, люди, которые, да, решат увидеть что-нибудь, типа, ну, узнать про шаман камень, долгое время будут пялить свои глаза на воду, и потом, возможно, кто-то что-то увидит. Небольшой такой камушек, торчащий. Мы, наверное, в такую погоду, сегодня туман нас встретил, в такую погоду невозможно разглядеть. Ну, да, он посередине, грубо говоря, вот, Ангары, что называется, вот это вот. Откуда вытекает Ангара из Байкала, стоит такой небольшой камушек. Дело в том, что я так понимаю, когда плотину построили, Байкал очень здорово поднялся, вот это место. И поэтому, наверное, камень раньше был нормальный. Ну, mm-hmm. камень. Mm-hmm. А сейчас камень. Ну, а лучше, да, для туристов, конечно, если хотите действительно узнать, что такое Байкал, почувствовать его, прям проникнуться им, то съездите на так называемое Малое море. То есть там уже дикие места, там уже вы не встретите иностранных туристов, ну, меньше намного. Вот. И там уже действительно можно полазить по горам, походить, встретить скелет какого-нибудь древнего, мама, как это сказать, ни в коем случае, древней коровы, которая там все-таки бедная полегла на этих скалах и сопках, да. И вот там уже Байкал открывается... Реально, вот там прямо смотришь. Как туда добраться? А добраться так же легко, то есть либо на машине, это 300 примерно километров от Иркутска, либо туда ходят автобусы, маршрутки. То есть цена, по-моему, если мне память не изменяет, в пределах 1000 рублей от города Иркутска до поселка Сатюрка. Угу. Это вот примерно там, где у нас паром. И уже, если хотите, можно перебраться на остров Альфон. Угу. Там тоже много чего интересного. Съездите. Вот. Там шаманские места, на самом деле. То есть остров Альфон — это такой
сосредоточение силы, духов каких-то, там шаманы ходят, в бубен стучат обязательно. Настоящие или просто... Нет, шаман настоящий. Там, причем обязательно, когда мы едем, значит, на Байкал, надо бурханить. Это такой обряд, значит, включает в себя употребление алкоголя. Обязательно, значит, есть много мест по дороге, прямо такие небольшие, типа беседок, или там стоят какие-то, я не знаю, статуи, да, вырезанные из дерева, на них надо вешать ленточки, ложить денежки, там, ну, просить хорошую погоду, там. В идеале это надо делать на бурятском языке, конечно, вот, что мы постоянно делаем. Но если не знаешь бурятский, можно и на родном, да? Да, ну можно как копеечку положить, там, попросить хорошей погоды. Вот. Помогает или нет? Конечно, помогает. Вот. Но, опять же, настолько непредсказуемая погода на Байкале может быть. То есть, вот, может быть солнце, да, там, жарить, температура там 30 градусов, прям страшная жара. И через 5 минут пойти дождь. Mm-hmm. Или подуть ветер. То есть вот реально погода на Байкале это крайне непредсказуемая вещь. Mm-hmm. Особенно вот на большом Байкале. То есть, поэтому если вы едете, и если вы еще и будете жить в палатках, то обязательно, конечно, брать с собой вещи потеплее. Mm-hmm. Ну, хотя там... горячительные напитки, да? Да, ну и чтобы задобрить духов, карманов и так далее, обязательно горячительные напитки. Кстати, алкоголь является замечательной валютой. Там можно поменять рыбу. Бутылка водки, ну, просто рыбаки будут ценить. Ну, не одна, конечно, но врать не буду, но один раз нам на бутылку водки, блин, не соврать, да. По-моему, ведро рыбы дали. Да. А я слышал, кстати, сейчас омуля запретили его вылавливать, да? И по сути, да, да. Сейчас идет запрет на омуля. Ну, как мы видим, люди же что-то продают, да? Я не знаю, омуля это не омуля. Они называют какую-то другую рыбу. Она похожа на омуль. Ну, черт его знает. В Байкале столько рыб названий. Да как можно местных преподносят жителей, ее какому, да, как можно местных жителей заставить не ловить омуля? Понятное дело, наказывают, там еще что-то делать. Но все равно, по-моему, это все продается. А по какой причине-то его мало стало? Сказали, что да, есть выловили. Mm. Что якобы нерва тут разбушевалась. Вот Ира все знает про нерву. Может, он обязательно расскажет. Вот. И даже дошло до того, что хотели разрешить, значит, добычу нерпы здесь на Байкале, ну, вроде как зеленые, там, ну, люди, которые любят природу, да, защищают, они вроде как отстояли. Гринпис. А? Гринпис. Ну, не Гринпис. Гринпис это что-то международное, здесь наши местные, которые, да, не дадим Байкал в обиду. Вот. Но, хотя бы, ну, нерпа это же символ Байкала, просто. Конечно, как ее... То есть, ну, да. Стоит на ее глаза только посмотреть, вообще, как можно это животное трогать. Да? Вот. Кошечки, собачки и те отдыхают, по сравнению с этим. Вот. Потом, на Байкале очень много турбасов, ну, прямо масса. И я думаю, что даже можно прямо приехать, вот, на то же Малое море, походить там, есть куча бухт, одна из них большущая бухта радости, на которой там какое-то огромное скопление турбаз, самых разных там, от, извините меня, бочки, в которой ты можешь, да, там переночевать, до таких люксовых там где-то супер номеров за большие деньги. Ну, то есть, по сути, на любой объем можно будет найти. Ну и, соответственно, палатка бесплатная вещь. Которые с собой привозишь, там не выдают. Не, ну, может, даже есть люди, которые... А люди, которые живут на Черном море, там, Краснодарский край и так далее, они не знают про Байкал. Ужас. То есть надо ездить. Так что приезжайте. Обязательно не пожалеете. Валентин не пожалеет. Да, я не пожалел. Зимой здесь так же, да, наверное, классно. Только зимой, только да, немножко Байкал, другой род отдыха. Зимой Байкал замерзает, напротив, значит, крестьянки делаются. Ну вот сколько уже, 2 года, да, у нас, по-моему, каток.
я сижу в кадре, чтобы периодически говорить «да». Да. Да. Она, надо подтверждать. Да. Потому что один человек обязательно наврет. Конечно, я. А вдвоем уже врать невозможно. Да. Вот, поэтому каток прямо на берегу озера сделан, вот на льду, вернее, не на берегу, а на льду озера сделан каток, красивый, подсвеченный, значит, проходит, как это называется, вырезание фигур из льда, там, да. Красивые, красивые надписи «Байкал, мы тебя любим», ну, а потом все же смотрели фильм «Лед», наверное, людям понравился. И, кстати, фильм «Лед» снимался вот непосредственно вот там, где мы сейчас находимся. И если вы внимательно посмотрите, то, ну, в общем-то, вы увидите, да, вот этот вот кадр, вот это. Вот нет, эта гора. Но это не важно. Не та? Вон та гора? Нет, это не Погоди. Та гора. А какая вообще гора? Не то место. То место, ну, место, но чуть-чуть смещено, по сути. Это интересно только тем, кто прям хочет какую-то точку прямо уйти, где снимался. Нет, ну понятное дело, что это не та конкретная точка, где вот они там по льду и лодят. Имеется в виду, что вот это, да, это вот Баталистрянка, поселок. Кстати, здесь же снимался замечательный фильм Гришковца, который называется «Сатисфакция». Как не смотрели? Ну что? Не смотрел. Фильм про Иркутск, про Байкал. Обязательно надо посмотреть. Ну там, конечно... Приеду домой, обязательно Байкал пересмотрю. Исключительно ночью. И три секунды? Где, да, Евгений пьяный страдает на фоне нашего маяка. Вот. Он долго фильм не раскрывали, там где-то снималось. Ну, потом. А что там раскрывать? Это единственное такое здание, единственное стенка. Сложно не угадать. То есть вот, что такое Байкал. Байкал это мощно, ребята. Стоит всем сюда приезжать. Понятно. Да вообще стоит ездить, даже просто посмотреть. А потом здесь же, ну, наверное, люди хорошие, я так думаю. Да, люди у нас везде хорошие. Но сегодня, правда, сегодня очень необычный. Ой, день такой. Туманище стоит вообще. Того берега не видно. В ясную погоду хорошо видно, да, все? Ясно, да, погода. Но это мы видим не то, что ту сторону берега, мы видим просто как бы южные берега Байкала, то есть там Байкальская вдали, там еще кто-то. Угу. Вот. То есть он в длину получается 600-700 километров, да. А в ширину в около... в пределах 30, там, 20. В пределах 30, то есть да, с одной стороны видно другое. В открытом месте нет. Вот в открытом месте не видно. Mm-hmm. То есть мы прям буквально вот сами приехали неделю назад с Малого моря. Смотришь, стоишь на скале, смотришь на открытый Байкал, мощь огромнейшая, чувствуется, он затягивает тебя прямо вот, как будто бы засасывает, ну страшно. Mm-hmm. То есть это чувство, вот сила огромная. Байкал и сила. Ну и люди, кто приезжает на Байкал, не болеют. Это тоже важно. Вылечиваются здесь. Не болеет. Будь правильный. Вот. Но главное, опять же, Байкал немножко такой, он суровый, и он ковар. То есть, еще раз повторюсь, что вот это солнце, которое жарит, и этот ветер, который тебя обдувает, ты не понимаешь температуру. То есть ты можешь сидеть, на градуснике будет 35 градусов тепла, жары, а ты этого не чувствуешь, потому что, ну, при этом к вечеру ты весь облез, сгорел, то есть ну, Черное море в этом плане, наверное, отдыхает. Не, ну и там, конечно, тоже можно отдыхать. Да. А какая глубина у Байкала? Самая глубокая его точка. Самая глубокая, 1600 с чем-то было, вроде сказано. 1600 или 1700, около 1700 метров было. И вот самую глубокую точку, вот там дна, наверное, не видно. Ну, дело в том, что вот сюда, здесь уже вот через 10 метров, мне кажется, глубина будет уже в районе там, 50, наверное, если не больше метров. Угу. И все, Байкал очень видно. Прямо вот уходит туда, да. Но видно, ну вот рядом стоишь, вот на пирсе, если смотришь, или, кстати, здесь есть кораблик, какая-то у него дно, прозрачное дно, да, и там прямо здорово видно, и говорят, когда он отходит, я сам на нем не плавал, потому что я очень боюсь воды,
ну, как бы я стою и боюсь ее, ну, потому что меня затянет, и я обязательно утопну, если я знаю всего. Поэтому я, ну, вот, кто-то там зеленый. Перезвоню. Перезвоню. Я здесь потом расскажу. Да какая милиция обязательно? Вон кораблик плывет. Смотри, да, перезвоню. Да-да-да. Что еще рассказать? Как переосилить себя, как правильно заходить в Байкал? А переосилить не надо, надо просто вот взять и зайти в него. На самом деле не сложно. А как лучше, вечером, днем, утром? Я вот сейчас вечер, я еще не заходил туда, но искупаться хочется. Но... Не, надо. Во-первых, я не думаю, что сегодня. После Байкала, даже если вот сейчас будет холодно, да, тебе вот сейчас сидишь там, крючишься, ну, допустим, холодно. Uh-huh. Вот зайдешь в Байкал, выйдешь, все, несколько часов тело будет гореть, это правда. То есть ты не будешь чувствовать там, что тебе холодно. Я не знаю, откуда это берется, это я проверял на себе. И не заболеешь от этого? Ну нет, я два раза этим занимался в своей жизни, вот так вот, что залазил именно здесь. То есть вообще вода в Байкале, конечно, холодная. Вот в Листьянке непосредственно она холодная, что зимой холодная, ну там дом покрыто, да, летом просто льда нету, по сути то же самое. То есть, ну, где-то 4-6 градусов, наверное, вот так. Uh-huh. Вот. И уже вот в сторону Альфона, там Малое море, там очень хорошо прогревается, там уже можно купаться. Там вода, ну, думаю, наверное, в некоторых заливах градусов там, до 18 там, прогревается. А он зимой вообще полностью замерзает или где-то в центре остается незамерзшая часть? Ой, сложно сказать, мы так далеко-то в него не залазим. Ну, зимой вот, как бы, зимой здесь... Насколько хватает глаз, все замерзшее, да? По сути, да, но он очень поздно встает из дома. Прямо вот в январе едем, он может еще не бить. Угу. А вот где-то... То есть, ну, разные места по-разному замерзают. По-видимому, он от глубины тоже зависит. Угу. То есть, это сложно сказать. Ну, по крайней мере, в Листьянке всегда, опять же, он поздно встает и очень поздно сходит, да, вот в мае можно приехать. Может, еще лед быть, да? На самом Байкале льда, наверное, не будет, но на берегу будет там, где стоять коровки там. На машинах, на квадроциклах катаются, выдерживает точно. По Байкалу, да, да. Вот прямо здесь в Листьянке народ спускается, катается. Но, опять же, честно скажу, многие топают. А, то есть все-таки да, топ. Да, здесь, потому что он, опять же, коварен, и есть определенные места, вот есть переправы, допустим, на тот же Альфон существует переправа, но зимой, ну, как людям объяснить? То есть МЧС специально показывает, можно вот ездить здесь, ставят знаки там, постоянно проверяют ее вот покров. Но все равно есть те, которые нарушают. Ну, есть, конечно, люди. То есть, у меня масса знакомых, которые... Ну, то есть, не то, что я услышал от какого-то мужика, который услышал от какого-то мужика, которому расслал пьяный сосед, да, как бы нет. То есть, именно из моих знакомых люди купили свои мужчины. Этим лучше не заниматься. На плюшечке покататься, ради бога. На плюшечке зимой или... Ну, за квадроциклом. А. Еще там что-нибудь. Не, ну, говорю, есть места... Где... В привычном понимании на плюшечке это по воде за катером. На Байкале тоже катаются на плюшечках, но здесь виска интереснее и веселее, потому что здесь, опять же, говорю, жарко, тебя окунают в холодную воду, и, соответственно, люди задорнее пищат, веселятся, им это нравится, по-видимому, ну, я не знаю. Да. Вот, да. Кстати, зимой горнолыжка у нас, вот в Листьянке горнолыжка. Но она как-то на берегу Байкала, с самим Байкалом же. Она, да, она, ну как бы с горнолыжки сам Байкал как такого не видно. Ну, то есть только с верхней точки там. Ну, вот, ну это в поселке Листьянки непосредственно. И такая мощная большая, это гора Соболиная в самом Байкальске.
в городе, это уже что-то 150 километров от Иркутска получается. Угу. Вот, другая сторона, ну, южная часть Байкала. Там уже очень хороший вид. Там прямо с горы, там, с километра, по-моему, с несколько видишь. Обой Байкал, такой город, ну здорово. Угу. То есть можно ездить в любое время. Летом, зимой. То есть развлечения есть. Кому что больше нравится, кому зимой, кому летом, но приезжать все равно стоит. Приезжать обязательно стоит. Да. Самое интересное, мы как-то несколько лет назад не могли найти благородную гостиницу, ну попали как раз в такой пик, самый горнолыжный, и пришлось поселиться, ну я не знаю, как правильно назвать. Хостел, не хостел, ну, короче, где в одной комнате очень много народу живет, да, вот. И там встретились ребята с Украины. Я говорю, о, вы тут что? Они, мы решили, говорит, снег посмотреть. Я говорю, у вас что, там снега нет? Ну, казалось бы, вроде. Но в тот год реально снега выпало, они, как мы, столько снега не видели. А там вот, правда, там гостиница подъезжает, и рядом с тобой, то есть дорога, она почищена, ну, по бокам дорога. Там лежит снег, и этот снег где-то метр. То есть это чистый снег метр. Ледяной, чтобы было понятно. Это не гора даже, это просто рядышком. На горе еще снег. И снега здесь много. Хотя на южной, вот на Малом море, зимой снега такового нет наоборот. То есть вот Байкал такой. Там и трава там, есть места, где трава не растет, она такая маленькая. То есть все скалистые, вот травочка маленькая, деревья не растут. Ну, я говорю, природа прям меняется. Вот надо ехать, смотреть, много всего. А вот смотрите, мы сейчас, ну, вот, говорили в основном города, Байкальск, это вот все по югу Байкала, правильно? Да, да. А, но за исключением Ольхона, там, ну, где-то в середине, ну, в середине, да, Байкала, в середине. Да, грубо говоря. А с обратной стороны что-нибудь есть? С обратной стороны там у нас Чебурятия, да, там да. Уже со стороны Улан-Удэ, да, там тоже много то всего. То есть такие же подъезды, все то же самое. Ну, да, да, по сути, да. То есть я даже поражался, когда многие люди у нас едут отсюда отдыхать на Байкал в Бурятию. То есть там получается уже не 200 там километров, да, или за 400 километров. Uh-huh. То есть суть, ну, зачем спрашивать, если по сути здесь то же самое, да? Ну, интересно же, что там. То есть вот мы, даже вот брать за расчеты, мы живем от Байкала каких-то 130 километров. Да, Ангарск. Uh-huh. Да, город Ангарск. Вот. А ездим отдыхать на Байкал, то есть за 300 километров, за 200 километров. Хотя вот 130, ну это предбанник. Часто вы сюда приезжаете? Ну, в Листьянку мы, наверное, в год ездим раз в 5-6. Не каждые выходные? Не, ну каждые выходные там другие занятия, хоть какие-то. Нет, конечно, каждый. Ну, по крайней мере, зимой, мы в эту зиму были там 4 раза в том дворе. То есть у нас прям был такой момент, когда мы что-то ездили сюда, вот прям зима была насыщенная. Дорога хорошая. Ну да. Поэтому... Да, дорога сюда абсолютно нормальная. Можно легко, спокойно добраться. Да. Не знаю, конечно, такая же лучше или хуже дорога до Ольхона, до Байкальска. Значит, такая же, по-моему, да, есть. Да, да, такая же дорога сейчас уже хорошая непосредственно до Ольхона, то есть до парома. Ага. Сейчас асфальтированная, все, никаких проблем. То есть паромы бесплатные. Паромы бесплатные, да. Единственное, что есть такой момент на самом Ольхоне, ну то есть существует правило, что ты должен взять, как это называется? Ты находишься в национальном парке там, и поэтому пребывание в этом парке стоит денег. То есть как-то с машины берется там какая-то денежка, да, так и с каждого человека. Ехать, ну, по закону, если вы хотите, да, брать вот это разрешение там, причем сразу предупреждают, что рыбу ловить нельзя, костры разжигать нельзя,
купаться, наверное, можно, я не спрашивал. Ну, таких прямо много чего нельзя. А разрешение не там на месте получать, где-то отдельно? А вот это вот дебилизм, да. Разрешение мы получаем в поселке Хужик, от которого, от парома до этого поселка, надо проехать где-то в районе 30 километров по очень ужасной дороге, просто вот. И не по пути, да, он попадается, этот поселок? Нет, он... Ольхом, он тоже растянут, это такой остров, который вытянут 70 километров. То есть Хужир находится посередине, на 30 километрах. То есть и для того, чтобы ты заехал на Ольхом и хочешь встать где-то вот недалеко от парома, да, вот там есть такие озера теплые, там еще что-то, то либо ты встаешь на свой страх и риск, что тебя не штрафуют там, а могут и ты можешь 10 дней стоять, к тебе никто не подойдет там. Если такое, а может, вот как мы приехали и через 10 минут нас поймали и заставили ехать за этим разрешением. Ну вот. Так. Понятно. Вот и все, да, что мы хотели вам рассказать. Приезжайте, да? Обязательно. Нет, приезжать надо. Приезжайте. Спасибо.